Здравствуйте, здравствуйте. С вами, под нами. Шуточки и оригами. В общем, Казуку Фэмили. Народ, мы с вами. Я прохожу необычную игрушку, как кошачий музей. Она китайская, короткая. Посмотрим по времени, за сколько мы сможем ее пройти, частично или полностью. Все будет сконцентрироваться на этом милом светящемся котике. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик, делайте чаечек, кофеечек, садитесь сами, присаживайте других, будет интересно, немножко крипово, но, как говорится, полный вперед. Сейчас проверю графику, ну точнее звук, вот. Но в Стиме игра, кто захочет приобрести, стоит, конечно, прилично. Для такой короткой игры китайцы, конечно, загоняют цену. 900 рублей, это, конечно, жирненько для инди-проекта. Ну, как говорится, у кого какая капуста, тот и решает. Мигуста, да. Так что погнали, не будем много болтать. Да, я в курсе. Полный вперед. Так, тут нам дают выбрать котика. В прошлый раз я, по-моему, выбирал трехцветного для проверки. Давайте, наверное, давайте сиамского выберем. Почему бы и нет? Хотя он похож как-то страшненько. Был бы серебристый кот прикольный, конечно. Черный тоже неплохо выглядит. О, давайте черно-белую. Или все-таки серого? Ладно, пофиг, давайте серого. Да. Мы видим какой-то сундук. Открываем его. Там изображен котик. И какие-то пчелки окружают наше сознание. Тин-т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 ин. Вот и форма котика. Пум. Открывайся, котик. Hello, Kitty. Открывайся. И оттуда Magic. И мы попадаем внутрь этого сундука. И музей котов. Что это за место? Как я попал сюда? Я же просто был в грёбаном шкафу. Ну да. И непонятно, почему ты там очутился, да? Ну вот, началась игра. Рисовка тут довольно оригинальная. Здорово, коты. Воители, гадалка. У тебя весьма прикольные вещички, юноша. Похоже, они спрятаны глубоко в твоей памяти. Какая жалость.
Воспоминания, что отметины на коже, помогут помочь вернуть. Но взамен тебе придется отдать три вещи. Три вещи? Магия обходится недешево. Такс. Ну давай. Раз. Два. Три. Показывай. И мы попали прямо к нему. Моя спина, она чешется, просто невыносимо. Так, иголку надо взять, да? И открываем. Что у нас тут? Прыщи. В смысле? Золотица разочаянная, протыкаем прыщи. Кстати, три лица, да? Раз, два, три, да. Два, три, четыре, пять. Так, что у нас? Показывают яйцевидного котика и цирк с глазом. Точнее, что-то с глазом. Яркие цвета, такие аппетитные на вкус. Давай меняться. Так, у каждой кошачьей дразнилки есть хозяин. Ну да, дразнилка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты не пахнешь гнилью. Похоже, ты еще не наш клиент. Хи-хи-хи-хи. Не оглядывайся назад без необходимости. Никогда не знаешь, кто шныряет у тебя за спиной. Ха-ха-ха. Что, черт возьми, за странное существо? Так, сейчас, ребят, я тут открою заранее этот solution на всякий случай. Так. Еще бы найти, куда я его скинул. Извиняюсь, с этой погодой, блин, реально можно чокнуться. Блин, так. От его дыхания пахнет гнилыми фруктами. Гнилые фрукты. Звучит аппетитно. Так. Ну, хотя бы так. ТХ. Что за глюк? Алло. Почему-то герой не отображается. Алло. А, вот идет. Куда мы идем с китичком? Большой-большой секрет. А котик так прикольно за рюкзак цепился. Блин, у него волосы в виде каких-то листьев, вот честно. Таких волос реально в жизни не бывает. Но это мое мнение. О, Silent Hill. Цирк. Ладно. Так, что там? Коллекция тысячелетия. Ну погнали, чё. Сюда, давай, чувак. Аж прыгаем по каким-то этим херовинам. Древнее здание. А что за древнее здание, непонятно, да? Руки-крюки. Котик типа в виде египетского, да? А, ну там тупик, да? Статуя кошки-макошки, да? Может сюда положить? Смотрим. Мяу. Вот и светящаяся киса. Привет. Ой, какой милый, милота.
Мяу. О, светящаяся кошка. Так. У нас должна быть эта сторона, и эта сторона. Да? По-моему, да. Так, подставляем руки. Сюды. И сюды. Давай, творим магию. Хиромагию. Ну. И двери откроются. Да будет видана этим дверям невидимая, видимая, скрытая, раскрытая тайна. Да, сказанул. Да-да. Киса, ты с нами, да? Рассержена? Мяу. Тикс. Чего остановилась? Здесь слишком темно без тебя. Не видно дороги. Хочешь взять дразнилку с собой? Мяу. Вот мы и убедили кошку идти за нами. Так. Зеленый цвет 1, этот 5. 1,5 это розово-зеленый, да? 1,5. Так. 1,5 розово-зеленый. Розово-зеленый. 1,5. 1,5, баба ягодка опять, да? Текс. У меня где-то было записано, у меня тут что-то страница перевернулась, ребятки. Тайопа РСТ. Чё, реально закрылась страница? Нужно... Офигенно, ребят. Нужная страница мне закрылась. Я просто за раз хочу сразу открыть. Я уже проверял. Так что ж ты будешь делать? Так. Желтый цвет 2. Так. Красный 4. И синий 3, да? Ну да. Так, мы взяли семено. Это какие-то письма, которые пока что не нужны. Добьется сердце во плоти, если надо. А я почему имел в виду, что тут по цифрам, тут вот эти руки, это нумерация, но так как я уже все это видел, вот остальные цифры вот так обозначены, довольно необычно. И эта голова, по-моему, что-то потребует. Так, там тупик. Так, надо с ней поговорить. Хе-хе. Пока что ничего, да? Текс. Блин, тут молчать хочется. Музыка прям реально крутая. Вот именно музыка. Супер музыка.
Так, розочку мы взяли. Ну что, голова, розочку лови, красотюля. Рот открывай, покажи свой ротик, гульчитай. Да. Но заходим. Так, тут у нас жучка нужно взять. Жучка. Положить его сюда. И сделать из него... В смысле, пусто. Так вот же я тебе даю лампу Аладдина. Такс. Так, темное место уже там, да? Туда идти. Жалко, он не бежит. Это печально. Не. Так, нам сюда, по-моему, да? Ну, зажигай, если темно, чё ты? Паришься на шарнике. Так. Вот куда-то и бредем. Свечки. Тикс. Эй. Чё? О. Опоздал, ты опоздал. Новый управляющий опоздал в этот день. Я? И светящийся монстра привел. Какой же ты тощий, кожа до кости. И бледный, какой у тебя толк. Неужто и шея выходит в воздух, когда он разговаривает? Нам не хватает рук, внизу срочно нужна помощь. В зале образцов творится полный бардак. Текс. Сюда еще рано, да? Мяу. Да, сюда мало, мяу. Головы. Так, а с котами надо говорить? По-моему, еще нет. Семейство кошачьих. Ха. Так. Здорово. Так. Цветочки. Текс. Вот и лифт. Ти-ти-ти-ти-ти. Реально Димитреску напоминает. Такая же высокая и в шляпе, лол. Ти-ти-ти-ти-ти. Вези нас, Димитреску, вези. Ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти. Так, а вот тут загадка с... этими. А чё мы оказались почему-то вообще внизу? Так, подожди. Гнилое мясо. Так, что там, на каком? Синяя после первого циферблата, да? Так, синяя после первого. На этом, что ли? Мяу. Так, а где красный? Это какой? Текс. А красный у нас после третьего циферблата. После третьего, да? Раз, два, три, то есть вот здесь, да? Так. Чё, так примерно? А зеленый на какой? Мяу. Так, подожди, зеленый у нас прям после... Только наоборот, да?
Что? Где я спрячусь, блин? Ёпарасоте, а где мне можно спрятаться? Не, ну это трэш! Ой, я думал, что он меня найдет. На. Он меня... Ну да, если он тебя поймает, было бы ж трэш. Так, это лифт, да? Фух, а вот этого у меня не было в первой проверке. Трошакова. В колбе прятаться. Как насекомыш. Так. Это на этой получается, да? Отлично. Проход мы открыли. Там ничего. Текс. Ага. Не смотри, я воплощение уродства. О, да, сейчас непростое будет задание. Так. Короче, нужно запоминать местоположение этих. Так. Блин. Чёрт. Да в смысле? А нет, угадал. Так, теперь нужно ее зашить. Трынк. У меня новое тело, оно так прекрасно. Спасибо, я этого не заслуживаю. Вот возьми эту расческу, она слишком красива, она сделана вручную и замурлыкает кого угодно. Ни одна кошка не усыпит, наверное. Ну да, окей. Думаешь, я теперь достаточно красив или нет? А, в плане гусеницы до бабочки. Довольно прикольная тавтология. То, что... Ага, кот перегородил дверь, да? Киса. Мяу. Давай. Будем гладить котика. Да-да-да-да-да-да, малыш. Да-да-да-да-да. Ага. Ты идешь? Ку-ку, как нам пройти-то? Ага, котик мышку принес. В смысле? Мяу. Крыса, спасибо. Ха. Такс. Похоже, все дела сделаны, пора возвращаться в холл. Опять глюки с передвижением.
Ну, бывает, чё. Так, фол, да? Ты вернулся, ты воняешь дохлой крысой. Подарок от кошки. Кошки тут все заполонили. Но им больше некуда идти. Ага, гляжу, эта работа тебе по силам. Ты справился с этим сроком испытательным. В музее сейчас не хватает персонала. Так. Вид у тебя растерян, и как ты сюда попал? Я не помню. Странно, все приходят сюда с какой-то определенной целью. Кто-то ищет картину или вещицу, а некоторые приходят за костями. Как же ты забыл такую важную вещь? Надписью «Чудо-яйцо». Чудо-яйцо? Ерунда какая-то. Так, с поэтом в зале скульптур. Ну, погнали к поэту тогда. Такс. Зал скульптур. Чё, погнали Димитреску? Ту-ду-ду-ду-ду. Ти-ри-ри-ри. Так, зал скульптур. Там прохода нет. Сразу пытаемся разрушить статуэтку. И у нас 751 пароль. Так. 750. Открывайся. Нам к поэту нужно. Так. Давай. Забавно придумано. Текс. Одиночество. Это и есть поэт? Юное создание как раз вовремя. У меня этот граммофон сломался. Сможешь его починить? Of course. Погнали. Так, сложим дохлую крысу. Давай. Забираем ее хвост. Так. Идем к граммофону. Только почему-то начало, ну да ладно. Так, осматриваем. Так, тут сломана игла. Вместо иглы можем подставить хвост. О, чудесно, то, что надо для созерцания. Созерцание, созерцание. У вас, похоже, даже ноздри погрузились в созерцание. Говорят, ты ищешь чудо-яйцо. Надо подумать, подумать. Созерцание. Вот бы залезть в его голову и самому поискать ответ. Погнали, чё. Такс. Ага. Собираем осколки. У меня ухо чешется. Это и есть то самое чудо-яйцо? Прямо как отметка на руке. Похоже, в нем заключена магия. Она связана с одной важной жизнью. С
Созерцание. Служу нам помочь? У нас не хватает рук. Ужин подают в картинной галерее. Если поспешишь, успеешь вовремя. Так. Мяу. Так. Картинная галерея. Погнали, чё? Так. А какой же тут был? По-моему, этот. Трехцветный. И белый, да? Текс. Чё, он так быстро ключ принес? Так, а вот не помню, куда прятаться. А! Вот. Нам картину надо стереть. Текс. Потом узнаете, почему. Ага. Здорово. Это создание не похоже, что я видел минуту назад, оно куда больше. Его глаза так быстро вертятся. Ну это да. Жесткий тип. Очень жесткий тип. Так. А что было в той стороне? Картина кота. Лифт. В лифт нам не надо, да? Ну, открываем ключом. Так. Ага. У этой картины нет названия. Мяу. Такое странное совпадение. Согласен. Так. Какие там у нас символы? Ага, треугольник, перевернутый глаз, открытый глаз, да? Окей. Да, это мне чем-то напоминает Gravity Falls. Ну, кто знает, тот знает. Так. Котик. Мяу. И ты тоже. Мяу. Котиком она. Котиком она. Так. Пирамидка. Перевернутый глаз и открытый глаз. Та-дам! Начальнике! Тя-ня-ня! Мы идем? Начальнике. Мяу-мяу-мяу. Куда мы идем? С пяточком. О, дитя мое, я уже думал, ты не придешь. Вечереет, предлагаю поужинать яйцом совокошки. Яйцом совокошки? Оно, наверное, дорогое. Да, но если не съедим его сейчас, оно испортится. Не беспокойся, я тебя перемещу. Прямо сейчас. Та-ра-дам.
О, сова-кошка. Вор. Что, я? Сколько раз повторять, он все еще жив. Подожди еще месяц, нет, всего один день. Птенец вот тут вылупится, я это знаю, я чувствую его дыхание, сердцебиение. Мне лишь нужно приложить больше усилий. Дай мне чуть больше времени. Мне кажется, это яйцо... Нет-нет-нет, только не сейчас. Куда подевался этот маленький проказник? Если с ним что-то случится, мои двое детишек, бедные мои детки. У вас двое детей? Убежал, стоило лишь мне отвлечься на яйцо, понятия не имею, где он. О нет, а если он выбрался наружу, но ведь его крылышки... А как же яйцо? Я должна высиживать яйцо. Это тоже мой малыш. Что же нам... Прошу, помоги найти моего ребенка. Он не мог далеко уйти, да, я знаю, я ужасная мать. Так. А куда ж нам надо идти? Ну, по-моему, не в лифт, да? Вспомнить бы. Мяу. Что такое? Думаешь, совенок здесь? Мяу. Ага. А, ну понятно, если у нас там нет продвижения, значит нам все-таки в дырку. Так, совенок. Один, три. Один, три. Так, перья, что ли? В смысле нет? А что тогда? Грибы? О, как ты сюда попал? Пойдем домой, мама уже тебя обыскалась, расплакалась, что не может найти. Вранье, она бы не стала. Почему ты убежал? Твоя мама даже яйцо высидеть не в состоянии, так переживает за тебя. Все равно вообще, она же просто нашла где-то яйцо. Мой тебе совет, не лезь в чужие дела, ну да ладно, пойду я назад. Боже, какой милый и ласковый, но с характером. Кто смотрит твой стрим? Скажи мне, кто смотрит твой стрим? Прямо сейчас. Кто смотрит твой стрим? Казаку Фэмили, кто? Скажи мне. Так. Телек, карты. Кот лениво на подушке. Кот превратил это место в крепость. Куча котиков. Ага, и по телеку ничего, да? Жалко. Дрынк. Котика мы забрали. Так. Ну чё, малой, погнали? Дрынк-дрынк-дрынк-дрынк. Управляющий Бука. Ты мне все испортил. Цыц, не груби. Спасибо, что привел его ко мне. Вот, возьми яйцо. Это я во всем виновата. Думала, смогу высидеть яйцо. Но чуть не потеряла самое главное в своей жизни. Я была слепа, даже о ребенке не позаботилась. Нужно научить малыша летать. Он же летает, как летучий слепой мышонок. Неправда. Эх, как же быстро они растут. Оглянуться не успею, как он покинет гнездышко. Да. Так. Возьми яйцо. Возьму, возьму. Так. Скорее, отнеси его в планетарий и приготовь. Поспеши, пока она не передумала. Кто она? Вопрос. Планетарий. Ну погнали. Планетарий. Не-не-не. Вези нас, Димитреску, вези. С улиткой еще. Ха. Улиточница.
у Митреску. Кичонок. Кит, кит, кит. Почти как Айболит. Так. Блин, тут такая ламповая атмосфера. Аж уходить не хочется в натуре. Кисы. Да, кисы такие. Текс. Свечки. А вот грустный котенок. Ты что, не в духе? Ну да. А, у него что-то с зубиком. Бобо. Вот. Точно. Я только сейчас заметил. Так. Вот очередная головоломка. Тикс. Ложим шарики на место. Тикс. Вроде правильно. Текс. Ага, планеты, значит, сошлись, да? Это хорошо. Так, можно забрать. Мяу. Какой аромат. Как раз к ужину. Мяу. Я и тебе оставлю. Вот оно чё. Те дни пролетели словно сон. Мяу. А как я... А, сейчас сдать, стоп. О, коту сзади понравилось. Кажется, ему нравится. 10 из 10 рыжих котов толстые, а 10-й еще толще. Спасибо за чудесный ужин, дитя. Прими эту монету в дар. Окей. Твоей помощи нуждается кто-то еще. Я тебя туда перемещу. Снова? Так, погнали. По-моему, к тому котику. Да. Такс. Вытаскиваем всякую фигню. Текс. Креветки. Кошачьи креветки. Кому нужны кошачьи креветки? Не забывай чистить зубы. Мяу. Хм. Такс. Путин нам. Угу, вот и коробка.
коробки, точнее. Этот монстр не дает нам проходу. А, сумку несет. Смотри, за ним яйцо. Ага. Мяу. И как мне до него добраться? Коробки. Так. По-моему. Так. Так. Подожди-ка. Он же гад. Хитрый. Так. Ага. Оп. Все, можем теперь спрятаться. Тринк, тринк, тринк мимо паука. Ага. Так. Ага, вот самая непростая головоломка, которую не просто понять. Так. Нам нужно сделать одинаковые цвета. И убрать лишние. Так. Угу. С каким только цветом бы она совпадала бы? Вопрос. Стоп. Нам нужно... На пятерку мы не перенесем. А, стоп, уже совпадает? А, нет, это только совпадает. Интересно. Четверка и двойка нам нужна, да? Нет. А, единиц-то в смысле? А что тогда? Не это единица. И не это, да? Ага. Одинаковые эти, что ли, или чё? Так, стопы. А это с чем сочетание должно быть? Подожди-ка. Четверка, тройка и еще единичка нам нужна, да? Почему? Не единичка, а что тогда? Не двойка, да? Четверка? Нет. Так, подожди, это совпадает. А сколько еще одна должна совпадать? Или сколько? Там нам что сложить нужно? Двойку, тройку и пятерку? Серьезно? Опа-на, подожди. И двойка, да? В смысле нет? Нет.
А что тогда? Нет. Не пойму, а что нам нужно тогда сложить? Двойку, четверку и единицу. А как я ее туда положу? А где четверку взять? Точнее, единицу. Подожди. Хрена ты взять не можешь, алло. Подожди. А, можешь. Серьезно? И эту состыковку мы типа теперь сделали? Единицу теперь как бы перетащить. Да подожди, а с чем нужно состыковать? Нет. А с чем тогда? Нет. Подожди. Тройка. Еще одну, что ли, или сколько? Подожди, а как тогда? Как это состыковать? У нас все состыкуется, но не двойка почему-то. И это не единица. Нет. Четверка. Тройка. А почему единица не совпадает? Должна ж типа единица совпадать или с чем? Подожди, четверка. Двойка нам нужна, что ли? Серьезно? Нет. Почему четверка? Подожди. А, заработала. Странно, она как-то работает. Это фигня. Оно очаровано музыкой. И двигается в такт музыки. Значит, мы можем просто пройти. Подожди. А как я... Где яйцо? Вот оно. Текс. Что случилось? Вот так. Ну и я же... Что такое? Что? Уже забыл. И где я?
А где Мало? Как я смогу забыть, избавиться от этого навсегда, словно этого не было никогда? Во как. Куда подевалась кошка? Откуда в музее эта штука? Здесь совсем нет света, а воздух сырой и холодный. Ну, погнали пока без светящегося кота. Так, в смысле? Серебряная подвеска. Собака нас схомячила первый раз, да? Клыки. Текс. Вот получается и музей, да? Всяких фигур. Аквариум. Вода вытекла из дырки. Так. Ага, вот и у нас песочек. В смысле? А как его выбрасывать-то? Вот как это делать. Да. Ага. Что это, пробка? Сейчас посмотрим, что тут. Так. Ага. Вот у нас и косточка, да? А чё мы с этой стороны попали? Не пойму. Ага. Скорее беги. Ха. Что это было? Ага. Да, сейчас будет непросто, я скажу. О, хотите рискнуть? Вдруг выиграете? Попробуй. Так, монета. Следи внимательно.
Отлично. Ага. Блин. Да ну нафиг. Это вообще хардкор. Да блин. Это сложно. Да блин. Откуда я знаю? Блин, это ж хардкор. На. Это пиздец. Да в смысле? Ёшкин кот. Охренеть. Так. Мяу. Текс. Ага. Так. Открой инвентарь вторая. Вот и купон. Что случилось? Так. Кошка постоянно мне докучает. Так, опять чесалку. Да блин. Ну. Да блин. Блин, было бы это еще так просто. Но это я уже понял, что можно оставить себе. Кошка мурчит. Это довольно мило. Так. Кто там? Подходи уже, ёпор СТ. Чего? Кошки исчезли?
И светящаяся кошка тоже. О, голова раскалывается. Это и есть планетарий. Кто-то очень постарался украсить это место. Здесь вечеринка. Ну да. Так, что это? Хм. Раздробленный мрамор. О! Уникальная возможность заглянуть в сердце монстра. Так. Так, попкорнится. Лови. Подожди. И да ладно. Да в смысле заново, ёпарасоте. Ну так нечестно. Да ты гонишь, ёпары сэте. Офигеть. Так. Ну, попробуй так стянуть. Ну вот куда ты покатился, а? Да нет, слишком далеко. Чё за руки-крюки, алло? Ну? Наконец-то. До него дошло. Да,
Ну, собирай. Так. Покажи ему. Приятного просмотра. Так. Что это за место? Я в музее. Бесконечная темнота вокруг, кажется, нас становится светлее. Посмотрим. Мы уже видели прежде, но ты убегал. Теперь ты к нам вернулся. Так. А, все, понял. Угу. Хлоп. 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 Такс. Хлоп. Хлоп. Все? Та-дам! Держи. Мне сказали, что в парке аттракционов продается сладкое мороженое. Взрослые рыли ямы, груды вещей встречались по всему лугу. Раз, два, три. Но мы продолжали думать о парке аттракционов. Ага. Ага, вот, какое-то землетрясение. Так. Травяное поле, взрослый, копающийся в грязи. Рука на спине взяла только мороженое. Эта маленькая ручка холодная. Сцены. Так. Ага. Шахтер. В туннеле крошечное создание. У тебя есть билет? Дай сюда, дай сюда, дай сюда. Ты про билет? Дай мне его. Так. Эти блестящие сокровища всегда прячутся в темных местах. Ага. Блин. Блин. Ага. Вот же черт. Ага. Блин. Ага. А, все что ли? Так. Ага. Отдать ему. Добавь больше мышц. Детали. Так. Давай. Икс. Точь-точь я. Прям такие чувствую прилив силы и смелости, когда прячусь позади. Угу.
Ага, в завалах это он. Когда произошел взрыв шахты, что ли? Текс. В этой глубокой и пугающей темноте он кажется меньше, чем на самом деле. Продолжая идти, он станет размером с пылинку, а потом и вовсе исчезнет. Так, сколько у нас? Три двери? Ага. Так, слезы, смех, злость или грусть. Вся жизнь одинаково важна, одинаковы ценны. И одинаково никчемны моя жизнь, о моя жизнь. Сколько ты готов за нее заплатить? Ага. Вот тут появляются цифры. Ага. Так, секунду, сильно с этим тоже париться не буду сейчас. Так, 21:43. Текс. 20. Да ёпарас это. 1:43. Так, говорим с этим чудаком. Не знаю, смеяться или плакать, у меня нет души, только уродливая оболочка. Я обещал прислать самую красивую розу в мире. Хочешь сказать, меня до сих пор кто-то помнит? Так, подожди, роза. А, вот она. Такс. Шарик. Дать ему. Часть моего сердца завяла вместе с цветком, и я застрял, не успев это осознать. Будет ли обо мне кто-нибудь помнить? А, вот оно чё. Ну, кстати, с цветком главный герой. По волосам видно, походу. Так. На лице улыбка, но в глазах видна печаль. Он тоже по кому-то скучает. Так. Две руки, две ноги, один большой рот. Угадай, угадай, кто старше или младше. Так. Во как. А тут, значит, нам перемещать нужно, да? Ну, тут уже чуть-чуть осталось, в принципе. Спешить сильно не будем, быстро, точнее. Так. Ага. Так, вот эту сюда. Вот эту сюда. Икс. Икс. Сестры. А, все. Икс. Руки, ноги, головы, хвосты, каждый половину всего. Смотрим. А, вот эти две сестры нашли останки, короче, да? Да. Эти души переплетены вместе. Неописуемая тайна. Слабый смех эхом отдается в моих ушах. Так.
Кто ты? Точно не моя мама? Его тело сделано из пружины? Я тебя напугал, не волнуйся, все в порядке. Просто мне наскучило здесь прятаться. Но не стоит беспокоиться, мама скоро придет. Так, сначала, по-моему, тройки. Ага. Так, а почему я не могу? А, вот так. Двойка. Ага. Так, вторая партия пошла, да? Ага, эта тройка почему-то не может. В смысле? Эта тройка, что ли, может? Так, подожди. А, вот так. Птица наелась и высидела яйцо. Так. Что нам делать с этим? А. Чудесно, я дам какое-нибудь имя. Буду звать тебя Вороном. Закрой глаза и сосчитаю до трех. 3, 2, 1. Мама, забери меня, мама. Ага. Он что, здесь без ног, что ли, оказался? Ну это жесть просто. Если ему ноги придавило. Простые мечты, которым не суждено сбыться. Возможно, если я сделаю еще больше, но изменит ли это что-нибудь? Так. Ага, в доме он нашел бубенчик. Родители его куда-то потащили. А вот и наш дом, да? Ага, слушал сказку и предавался сну. Плюшевый мишка. Такой же табурет. В детстве палатка казалась мне отдельным миром. Горящий ночник отгонит все кошмары. У нас дома висела семейная фотография. Но ее поглотил огонь. Ага, дом сгорел. Запертый сундук с игрушками.
Такс. Даже погасший огонь может вновь разгореться из угольков. Можно ли погасить его навсегда? Остался лишь пепел. Глаза, из них льются слезы. Ага. А где котик? А, это ключ. Сначала нужно ключ открыть, да? Так. Бубенчик. Точнее, колокольчик, ну. Ага, вот и котик, который ему нравился, да? Ага, палатка. Потом. Что-то здесь. И, наверное, на сундуке, да? Блин, музыка вообще четкая. Блин, вот из-за этого и не хочется игру прекращать. Довольно крутая игра, хоть и короткая. Блин, в такие моменты плакать хочется, ребят. Потому что это так мило сделано, что котики такие преданные. Тематика котиков очень сильно раскрыта в этой игрушке. Правда. Вот и игрушка котика. Пиздец, это было трогательно, реально. Колыбель совсем новая на вид. Помню похожую картину в галерее. Все в какой-то липкой жидкости. Ага, вот фотик. Ребенок. Кажется, он что-то ищет. Ага. Икс. Поцарапано, но работает. Такс. Ага. Фоткаем. Икс. Чё, прям это можно было фоткать? Стоп. А где тут? А, подожди. Вот. Сундук. По-моему, потом колыбель.
Так. И, по-моему, остался ребенок. Улыбочку, братюнька. Та-дам. Такс. Теперь останется сопоставить фотки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так. Ребенок у нас может пройти только через низ. Да? Ага. Ребенка, значит, можно, по-моему, сюда. А нет. По-моему, сначала колыбель, да? Подожди. Да ёпрасы ты. Сначала, по-моему, колыбель надо передвинуть. Вот. Потом ребенка передвинуть в колыбель. В колыбель, по-моему, да? Да. И нужно потом будет накрыть его. Так, накрыть его нужно будет одеждой. Сундук. Ага. Заклинило, придется взламывать. Ага. Котик у нас тут. Ты? Как давно тебя здесь закрыли? Так. Угу. Отлично выглядишь, прям сияешь. Мяу. Это твоя дразнилка для кошек, я ее сломал. Мяу. Блин, какая преданная кошка, охренеть. Снова цирк. Это же... Сам видишь, что это? Специальное представление уродов. Не люблю, когда что-то падает с неба. Оно ужасно шумит. Может, когда вырасту, перестану бояться? Мне подумал, что из-за естественного сияния это отличный источник света. Так. Кот забавно висит. Так, в смысле? Мой брат совсем не тяжелый. Я могу всюду носить его с собой. Так, подожди. Чё? А-а-а. У-у-у.
Приветик, погляди, у меня новый головной убор. Так. Чё, с этим поговорить? Ты пришел на представление? Тебе повезло, это первый и последний раз. Больше мы не будем такое устраивать. Да, хочу отправить ей цветок. Но мое лицо, оно такое уродливое. Да. Красный нос скроет мое лицо. Да. Так, с этой что ли? Угадай, кто старше, а кто младше, но это, по-моему, уже было. Так, подожди. А что нам тогда нужно делать? Эй! А, с этими, да? Никак не можешь наглядеться. Надо признать, все трудятся в поте лица. Этих непослушных кошек очень трудно контролировать. Сколько воздуха выходит наружу. Я старею, глупо отрицать. Идем. А. Вот они все и вернулись, да? Ты еще здесь? Не знаю, где нашли эту штуковину. Мне сказали, она как-то связана с тобой. Так, подожди. Да я понял, подожди. Так. Не понял, правда, как это работает, но... Ладно. Раз. Раз. Так, подожди. Подожди. Раз, два. А, раз, два. Так, стоп. Раз, два. Раз по раз. Подожди. Ладно. Т
Да в смысле? Да ёпер СТ. Да ты гонишь. Два. Так, подожди. Раз, раз, два, раз, два, раз. Котики на шариках, нифига себе. Вот это я замутил делов. Так, а чё, нам на лифте, что ли? В натуре? Странно, я не понимаю. Это изображение кажется... Он надел перевязь, похоже, ему очень нравится. Вот и ты, смотри, что мы нашли. Шкаф. Он долгое время был на Луне. На нем нарисовано чудо-яйцо. Поэт сказал, что ты сумеешь открыть яйцо. Кажется, яйцо не завершено. Гы! Между ними есть связь. Так. Отмечала мой рост мама. Так, шкаф. Лучшие игрушки он тут прятал. Гляни на звезды. Ага. Так, теперь вещи собирать. Что это значит? Где? Не хочу участвовать в этой игре, она неинтересная. Не знаю, не могу ничего придумать. Ты все еще ходишь с красным шариком. Он дарит мне чувство безопасности. Так, значит, к тому мужику надо сначала идти. Не понимаю. В смысле? Подожди, может, сначала нужно... Осмотреть. Ожидания матери простые, но серьезные. Каждую ночь лишь бесконечная печаль. Они связаны плотью и кровью, нить за нитью. Душа, покинувшая дом, нигде не может найти приют. И последняя. Высуши их и береги, теперь они связаны друг с другом. Так, теперь активировать можно. Это предначертано судьбой и, кажется, связано со всеми нами.
мы здесь собрались на то, что была причина. Может, мы собрались здесь ради этого момента? Так, а теперь-то можно, нет? А ну-ка. Эти туфли всегда доводили маму до слез. Каждый день я хочу спрятаться в свою коробку. Так, 5 вещей, по-моему, да? Мне нечем тебе помочь. Так. А ты? Я по сей день думаю о своем родном городе и о ней. Заставило чувство покинуть дом. Теперь я монстр и не могу вернуться. Ага. А, это котик на фоне просто, да? Так. Заказано для детей. А, сервиз. Подожди-ка. Девочка что-то дать должна. Все было предопределено в момент нашего рождения. Не бойся, мы есть друг у друга, кровь и плоть, которую нельзя разлучить. Ага, иголки. И... Однажды небо разверзлось, и на землю обрушился дождь. Послышались крики и плач. Мы с младшим братом легли в поле и смотрели на красные звезды в небе. Грязный детский этот. А, ну там тупик, да. Теперь их нужно правильно расположить. Так. Каждую ночь. Подожди, каждую ночь это сервис, наверное, да? Может, на какой-нибудь далекой планете люди и семьи не проходят через такие мучения? Так, связаны плотью и кровью это иголки. Они зависят друг от друга и сохраняют друг другу жизнь. Так. Так. Душа, покинувшая дом. Это Нет, этот. Шелковый шарф с ароматом розы. Мне кажется, та, по которому он скучает, до сих пор его ждет. Мать. Наверное. Так, ожидания матери простые туфельки, да? Детские ботинки, сейчас от них никакого толку. Угу. Так. Он проделал долгий путь, неся своего брата. Ну да. Теперь он может отдохнуть. У меня есть лишь этот маленький ночник. Он тусклый, но теплый. Теперь я не буду бояться темноты. Угу. А, вот он ночник, ну да. Русалка его держит. Так. Угу. Я догадываюсь, что он в обломках найдет. Это очень душевно. Он нашел котенка, который умирает.
Понимаете, ребят, в этой картине показана суть вещей, что уродство, внешность — это не самое главное в жизни. Видите, котикам не важно, как выглядит душа. Вот именно тема души, что девочка вот такая, парень с клоунским носом такой, который ушел из дома. Тут на самом деле тематика котиков неспроста дана, и показано то, что котики, они... Им не важно, как выглядит человек, им главное, что добрая душа. И котики ее видят, стоит просто их накормить, погладить. Вот очень глубокая тема в плане доброты. Но, к сожалению, сука, просто никто ее не понимает, что доброта — это самое важное в жизни, ребят. Вот как бы, в какое время мы бы не жили, но злость и плохие поступки, они ничего никогда хорошего не дают. А доброта — хорошая вещь. Вот как ни крути, но в доброте есть что-то светлое, яркое и хорошая, на мой взгляд. И вот эта игра этим самым, ну, особенно эти китайцы, показывают, что неважно, какая у тебя оболочка, главное, какой ты внутри. Я согласен с помыслами разработчиков, что они этим хотели нам показать. Ладно, я думаю, вы меня поняли. Вот как-то так. Вот. Нас ждет котик. Котик. Вот. И нам нужно ему палочку собрать. Ту самую, которая была сломана. Так. Давайте цвет, может быть, яркого неба. Что-нибудь прикольное соберем. Тут выбрать можно. А интересно, он захочет любовь выбрать? Нет? Такая звездное небо с любовью, на мой взгляд. Как тебе, дружище? Из такой вот офигенной тематикой. Ты не против, друг? Тот самый котик, которого мы нашли в завалах, ребят. Как тебе, малыш? Мяу. Выглядит добротно. Мяу. Нравится? Тогда держись поближе. Мяу-мяу-мяу. Больше не исчезай. Мяу. Класс. Классно заканчивается игра. Кошачий музей. Или музей котиков. Да, ребят. Разработчики 751 Games, они китайцы или корейцы. Нет, скорее всего, китайцы. Китайцы молодцы. Шань Ву, художники. Блин, не знаю, что-то в игре есть, что-то вот прикольное, ламповое. Мне понравилось, ребят, я надеюсь, вам тоже понравилось.
Вот реальная фотка котиков. А вот, видимо, судя по всему, эти разработчики. Молодцы, ребята. Эта игра посвящена монстрам из нашего детства, милым котикам и в первую очередь вам. Ха. Все прикольно в конце сделали, как котик подходит. Ну вот, ребят, мы, в принципе, прошли игру. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Мы старались, и я, в принципе, так и знал, что за один стрим, за 2 часика мы, в принципе, ну, как сказать, ее осилим. Мне понравилось. Надеюсь, вам понравилось. Эта игра тоже есть на андроиды, не только на компьютеры. Так что, в принципе, спасибо, что уделили внимание нам, моим комментариям, моим впечатлениям, в принципе. Так что оставайтесь с нами, будет тоже какой-нибудь интересный материал. Я стараюсь вот находить такие вот интересные игрушки, проекты. Вот. Так что, в принципе, спасибо за внимание, ребятки. До новых встреч, с вами был Казуку Фэмили. Спасибо, что вам нравятся подобные игрушки. Мы стараемся снимать что-то интересное, потому что мне нравится этим делом заниматься, быть ютубером и проходить интересные игры, которые вы можете посмотреть с компьютера или телефона. А всем до новых встреч, с вами был Казуку. Всем до скорого и всем пока-пока!